Короче, пока я тут еду, я так проголодался, что я бы, наверное, сейчас съел, не знаю, что бы я съел, может быть, Биг Мак? А что, поехали Биг Мак кушать? Должен быть на России, это не Макдональдс. Но нет. О, а это уже Мак. Так, ну что, раз это Мак, то это надо есть здесь и сейчас. А, как там было? Ремесленные котлеты, котлеты гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат, лук, все на булочке с кунжутом, и это Биг Мак. Тебя сфоткать? Ты же хотел, чтобы я тебя пофоткал? Вечером. Вечером? Да я уже его пофоткал. А мы будем бухать? Да. Кто мы? А ты при чем? Кто мы? Я тут один. Ты еще... Ку-ку! Приехали мы в Краснодар и решили взять с собой Георгия. Ты так хотел, так хотел, так хотел. Ну, просил. И мы такие, ну чё, Инга, давай возьмем ладно, мальчика что? С собой. Ладно. Что так делать? Что взяли мы вам вашего Георгия. Вон он там, смотрите. I'm here. I'm here. Короче, приехали мы, значит, в парк Галицка, да? Признаться честно, за все свои прекрасные 26 лет жизни так рано утром в парк я гуляла раза три. Хороший, погожий, классный день. И мы будем обзирать парк Галицкого. В общем, в прошлый раз мы сюда пришли. Так, плохая идея писать без очков. Так, в прошлый раз мы сюда приходили в 7 часов утра. Ну, вот такие мы ранние туристы. Приходили в 7 часов утра, здесь практически не было людей. Сейчас людей гораздо больше, ну, например, раз в 200, да? Потому что уже обед... Народ, дети, птички поют. Короче, песня о неоду. В общем, интересное наблюдение номер раз. В Краснодаре очень много вот таких стеклянных зеркальных кубов. Вот здесь целая аллея. И вон там, видите, вдалеке тоже несколько. И что очень круто, это то, что они все чистые. То есть просто место создано для таких инстаграмщиц, как я. Пойдем дальше. Вот здесь бонсай, типа, все дела. А вон там, видите, это очередь в туалет. Такая большая. А вообще про этот парк нельзя сказать иначе, как просто огромный оазис посреди Краснодара. В принципе, я заметила, что Краснодар сам по себе достаточно зеленый город, но вот здесь это просто очень сочная, яркая зелень. На ней здесь можно на лужайках лежать, отдыхать. Это полотно перестеливает несколько раз за сезон.
И это все, ты получаешь от этого всего очень эстетическое удовольствие. И здесь очень красиво, и зеленый цвет вообще приятен глазу. То есть ты здесь отдыхаешь еще и вот там повседневной суеты. Ну вот просто, блядь, круто же. Вон. Все, везде зелень, везде зелень. Если мы продолжим говорить о зелени, то в этом парке представлено просто огромное разнообразие всяких разных деревьев, растений и вообще любой зелени. Они имеют разные формы. Например, в самом начале парка мы видели кубические деревья, а здесь они уже такие более вытянутые, формы прямоугольные, и это очень круто. То есть, вот несмотря на то, что вот там сзади, если я не ошибаюсь, пикуя за мной, она имеет обычную форму, то есть классно. А вот эти прямоугольные деревья, они тоже имеют какой-то свой зеленый шар. И причудливые ветки оно имеет. Здесь абсолютно все разные виды деревьев. То есть непонятно что соседствует с кленом. Да. Фото. Ага. Нажимаете на кнопочку. Так, мы сейчас узнаем, что это за дерево? Да. Аракури. Ничего себе, она вообще где? Хвойное дерево, очень крупное. Некоторые экземпляры достигают высоты 60 метров при диаметре ствола. Так, родина Чили и западная часть Аргентины. А растет у нас тут в Краснодаре. Мы это... были в Аргентине, то есть теперь мы попадаем в Азию, где вот такие бонсай растут. Я же говорила, что просто парк контрастов. В этом фонтане замочено не купается, а в том уже купаются дети, может быть, даже взрослые, то есть, в принципе, все, кому в кайф. Вообще, в Краснодаре достаточно жарко, и то, что можно прийти в такой парк и купаться в фонтане, это прям очень хорошее решение в жарке, там, хороший день. Короче, здесь вот так классно, здесь можно посидеть, полежать, есть вот такие сидушки, лежанки, не знаю, как правильно сказать, но почему-то пока здесь купаются только дети. Мне кажется, просто чуть попозже, когда больше градусов будет и на солнце, и в людях, то здесь будут купаться и взрослые. Так, ну а тут мы попадаем просто в мое райское место, потому что, видите, розочки. Боже мой, как я люблю вот эти розы. Ни в сказке слов сказать, ни пером, как говорится. Вот такой интересный коридор, тенистое место. То есть все, кто погуляли на солнышке, уже могут спокойно прийти сюда. Розочки понюхать, то есть очень классно, очень классно. Какая тень. Вот. Здесь еще что классно, что здесь есть место для вот таких интересных композиций. Я не уверена, что мы это найдем через Яндекс, конечно, но... Я, например, как я продавала эту инсталляцию, это дети, которые отражают все, что происходит в мире. Они такие маленькие, но уже являются отражением абсолютно всего, что они видят и что они чувствуют. Вот. По-моему, крутяк. В общем, этот выпуск будет посвящен полностью моим мечтам о том, как я хочу обустраивать уют в своем доме. Это плющ. Видите, вот такая огромная стена. Вот, почти вся она поросла плющом. Я думаю, вы представляете, как красиво будет, когда вот в таких мелких, интересных растениях будет вся вот эта стена. Она красиво выглядит, то есть настоящее дерево, да, оно уже немного... Или это не дерево? Что это? Нет, это не дерево, это железные балки, то есть они, да, может быть, там не выглядят прям очень сильно эстетично, но это очень круто смотрится. Вот, и вы видите сейчас за моей спиной, вы можете наблюдать. В общем, эти кубы, пока они на стадии такой подготовки, вон там вдалеке вот этот стеклянный куб. То есть дальше это все будет тоже в стекле. И что классно, люди просто сидят, отдыхают. Вон там скалолазание. Ходишь, чилишь, кайфуешь.
просто вот то, что нужно нам, людям, которые много работают, много нервничают, мало отдыхают, которые нашли время написать отпуск без содержания и приехать в Краснодар. У-ху! Поехали дальше. И что это значит? Это значит, что настало время для факта номер два. Наблюдение, которое я тоже не могу не отметить, здесь очень чисто, и здесь сами люди аккуратно относятся к тому, что их окружает. То есть все, что мы видим на полу даже сейчас, это то, что просто обвалилось за сегодня. Рано утром здесь приходят, убирают. Здесь на самом деле очень чисто, и ты отдыхаешь всей душой, понимаешь, что ты находишься раз в красивом месте и два в чистом месте, где самому тоже не хочется сырить. В голову пришла идея интерпретации современного общества. То есть все ровно, все хорошо, все красиво. И вот появляется кто-то, кто выбивается из общей концепции. И тут одно из двух, или все они будут расти до его высоты, или его просто так обрубят. Ну, ответ, к сожалению, все мы знаем сами. Оля, амиго, мне очень жарко, да. Я приехал на самокате. Основное, что увидели мы, что понравилось нам, и то, что может понравиться вам, поэтому дальше будет еще больше путешествий. И поехали. В одном из наших видео мы рассказывали про чертов мост, а сегодня мы расскажем про то, где этого чертового моста никогда не будет, потому что мы в Краснодаре. Она вас обманула, потому что здесь есть такое, здесь есть ущелье, здесь есть горы. Это же Краснодарский край. Вы же были в Сочи. Кто был в Сочи? На самом деле горы. Когда у тебя взгляд привык постоянно видеть горы, какие-то облачка вдалеке для тебя, что правильно, Казбек и этот, как его, Столовая гора. Вот. А здесь очень красивое небо. Когда нет сравнения с горами, ну это для меня, я это заметила еще во Владимирской области, когда нет сравнения с горами, ощущение, что небо очень низко. Понимаешь, ты же понимаешь, что тебя ни хрена... Да я громко говорю своим голосом. Посмотри, какой флот. Театр драмы, это вот когда я истерики устраиваю. О, мой театр, когда я это... Мне, если честно, гораздо... Саша, стоять здесь. Я небо снимаю, уйди. Ну подожди, я хочу мысль сказать.
когда ты готовишь видео, делать полное погружение вот до такого состояния мокрого.